не бетон. У нас, видите, что? Это как это. На Пожарского 5 атак и не знает, из чего возвели их дом. Среди жителей ходит молва. Дескать, в конце 70-х строители внедряли передовой материал, а когда ему дали отлуп, здание уже заселили. Кашу расхлебывали позже. Приезжали альпинисты, хотели заделать швы, и они от нас быстренько сбежали, сказали, мы хотим жить. Плиты у нас ходят. А этот угол стал резко обваливаться с января. На кадрах уже проглядывается арматура. Разрушение есть и в другом подъезде. У его жителей квартиры заливает то и дело, с 5 по 1 этажи. Люди боятся замыкания света под угрозой здоровья. Может быть, астма, может быть, еще какие-то воспаления легких. В квартире у Александра Наземного строительные болячки. Он не может заклеить обоями угол в зале. Хозяин даже бросил его штукатурить, говорит, бесполезно. Не согласиться с ним трудно, особенно когда рушится внешняя стена. Я вот беру, вот бой, я же могу его забить, вот пробью вот штукатурку, а там вот стукну молотком, он улетает и вытащу его так за руками. С фундаментом также безнадега. Его немощь выдает обнаженная арматура в подвале. Иными словами, не здание, а колосс на глиняных ногах. Впрочем, укрепить его, похоже, не судьба. И гражданпроект не разрешил эту стяжку проводить. Но я думаю, что на основании того, что плиты у нас некачественные. Несмотря на это, межведомственная комиссия не признала дом аварийным. Люди пожаловались в прокуратуру. Юристы в синих мундирах подали судебный иск в интересах жителей. О признании решения межведомственной комиссии незаконным, обязание администрации города Ульяновска признать дом аварийным, подлежащим сносу, и предоставить гражданам благоустроенные жилые помещения. Исковое заявление удовлетворено, вступило в законную силу в настоящее время. Дело вновь за межведомственной комиссией. Дом на Пожарского 5 могут признать аварийным и даже приговорить к сносу. Неясно только другое – когда и куда переселят людей, пусть даже во вторичное жилье. Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Вести Ульяновск.